Дорогие наши друзья, подписчики нашего канала «Кот в мешке», гости, те, кто, может быть, первый раз пришел на этот канал, зашел посмотреть наши видео, надеемся, что вам понравится. И снова мы в рубрике «Потерянные посылки» или, как называется, еще их посылки, которые люди заказали и вернули назад по какой-то причине, или то, что в компании на Амазоне остались, не проданные, и они их просто продали другой компании, у которой мы купили. Снова сегодня в гостях с нами будет раскрывать наши эти посылки Степа. Поздоровайся, Степа, со зрителями. Всем привет. Погромче говори, чтобы тебя было слышно. Всем привет. И мы будем открывать сейчас. Начинаем вот наша коробка. Это из тех 20, которые мы купили по $35. Мы сейчас ее откроем. Я ее поставлю на пол и будем вытаскивать и смотреть, что же в этот раз мы найдем. Надеемся, что в этот раз будут какие-нибудь хорошие вещи, может быть, даже что-то Степе пригодятся, да? Да, например. Например, что? Ну, например, рук Лего. Лего. Ему очень хочется найти, чтобы там был конструктор Лего. Пока у нас такого не было, но, как говорится, надежда умирает последней. Поехали. Коробка в этот раз очень тяжелая. Будем надеяться, что что-то здесь очень хорошее. И самое первое... Извиняюсь. Кришна. У нас вот такой пакет. Здесь у нас декорации для дома, связанные с Рождеством. Сейчас мы откроем. Давай, Степа, вытаскивай. Вытаскивай и показывай. Это коврик. Ты говори, что это. Показывай. Показывай на камеру, чтобы люди видели. Для туалета. Ты думаешь, это для туалета? Ну вот это для унитаза прям. Ты думаешь? Так ставишь унитаз, и тут такое еще отверстие. И вот это для унитаза. Это для унитаза. Ты покажи вот так вот. Вот. Правильно я показываю? Нет, вот так вот. Нет, Степа, это, по-моему, что-то связано как меч. Посмотри, видишь, рука вот так засовывается, нет? Мне кажется, что нет. Ну, наверное, может быть, ты и прав. Это, наверное, для унитаза, вот это для унитаза, как он говорит. Такой даже туалет есть. Вот, это, вот этот коврик. А, вот это вот, это крышка на унитаз сверху. Понял? На унитаз тут так кладешь. А вот это коврик сделан. Да, а вот это у нас... Просто туалет. А это, да, стелится на пол. Очень красиво. Кстати, такого у нас никогда не было. Степа, как думаешь, сколько такой наборчик стоит? Ну, наверное, $20. Степа говорит, он думает, что стоит $20. Стоит такой набор, ребята, $31. На Амазоне сейчас продается. Даже если у нас сейчас не сезон, не Крисмас, как бы, а цена уже вот $31. И мы это приплюсуем в колонку куда? Плюс или минус? Думаешь, мы можем это использовать? Ну, если через год. Через год, но мы будем это использовать, да? Да. Окей. Запишем в плюс. Кстати, а вот это вот я не буду раскрывать, это для ванной комнаты. То есть вешается для душа занавеска. Кстати, это можно повесить в твою ванну, Степ, на Рождество. Так, Степа, следующее. Очень много здесь, Степа, коробочек таких. Вот и одна, мы будем два. Открывать все вместе. Вот смотри, открывай, что тут. Три коробочки у нас таких. Я даже не знаю, что там. Непонятно, что написано. Пока, Степа, нет, ты открывай. Не ломай их, потому что вдруг они нам пригодятся. Вот открывай вот так вот. Вот. Тут какие-то карточки. Показывай, что там. Показывай тут на камеру. Какие карточки. Что за карточки, ты думаешь, для чего? Не знаю. Ты пока догадывайся, что там, а я просканирую и посмотрю. Тут таких немного. Есть две такие пачки и одна это маленькая пачка. Вот такие. Какие-то карточки, возможно, это для каких-то... Может быть, коллекционных карточек, знаете, складывают сюда. Их тут очень много. Тут пачки 100 штук. Вот. И
Стоят они по $12, но, наверное, это мы не будем использовать, потому что мы не знаем, что конкретно, для чего это. И, да, Стёп, не будем это использовать, да? То есть мы это откладываем в минус. Дальше, Стёп, посмотри, что это. Стёп, это, я помню, такое уже было у нас раньше. Какой-то вот, смотри. Открывайте. Какой-то провод, я помню, такой уже вот у нас был. Это что-то связано для сада. Это, я так почитаю. А, Степа, это знаешь для чего? Это еще очень много запчастей. Часть, Степа, это вот для чего, смотри. Это крепится на вентилятор. Mm-hmm. На улице вентилятор ставится, mm-hmm. или если вот прыгалка, видишь, батут, mm-hmm. крепится вокруг, подключается вода, и идет такой мист, брызги идут, mm-hmm. что когда жарко будет, становится прохладно, хорошо, знаешь? Mm-hmm. Вот. Я думаю, что это мы запишем в плюс. Потому что скоро лето, и можно летом это использовать. Да, и стоит это $18, Степа. Давай, сложи назад. Дальше, ух ты! Какая-то коробка, смотрите. Пакет такой тяжелый, попробуй. Кого-то сейф. Такой как сейф, знаете, а может действительно, смотри, тут ручка, смотри. Может какой-то чемодан, какой-то кейс. Сейф? Да, какой-то кейс. Давай, открывай. Давайте, дай почитай сперва, может я узнаю, что здесь? Нет, конечно нет. Степа, я уже знаю, что это. Что это? Как ты думаешь, что это? Сейф? Нет. Вау, Стёпа! Открывай, давай, открывай. Чемодан? Это чемодан. А что в чемодане лежит? Валя? Нет. Деньги. Ну, деньги бы это, конечно, было бы хорошо, но это не деньги. Давай, открой. Что это? Инструменты? Открывай. Клади его и открывай. Клади его правильно, чтобы открыть вниз. Вот, ты видишь, ты неправильно открыл. Подожди, ты вот так открываешь, чтобы... Давай это закроем. Пила. Набор пингвинца пилой. Короче, ребята, это пила. Это вот такая. Работает на батарейке. Можно резать всякие кусты. Да, это можно резать кусты. Можно подрезать маленькие деревья такие. Это очень удобно. Знаешь, ты или мама, но тебе, наверное, рано еще будет очень опасно. Мама может ходить там. У нас, смотрите, какая, давай покажу. Вот такая вот пила. И вот так вот ходить. И тут есть... И вот тут какая-то зарядка для нее. Это батарейки. Тут есть две батарейки. Перчатки есть. И есть зарядное устройство. И есть вот отвертка. Вот. Как ты... Степа, как думаешь, сколько такая стоит? Зачем отвертка, если это... Может, это чтобы резать это деревья, всякие доски? Отвертка? Нет. Нет, потому что еще. Ну, отвертка это, наверное, разбирать вот эту, когда чистить. Вот. Давай мы сложим. Степа, как думаешь, сколько это сколько стоит? Ну, наверное, это стоит, наверное, 140, потому что. Вот это весь набор бы стоил $30. Степа, знаешь, ты почти угадал. Стоит это $37. И мы куда запишем его? В плюс или в минус, как думаешь? Плюс. В плюс. Потому что это можно использовать. Ребята, я очень рад. Такого у нас никогда не было. Mm-hmm. Именно вот такого набора. Давай я сразу сделаю, чтобы... А пакет нужно? Закрой. Вот такой чемоданчик. Очень хорошая распаковка, ребята. Это супер распаковка пока. И вот еще мусор есть. Посмотрите. Вот еще вот таких три штуки, которые... Которые брызгают, да? Да. Водичкой. Вот можно? Три штуки, они стоят по $18. Кому-то подарить. Точно, мы можем кому-то подарить, это будет очень хороший подарок, тем более в том месте, где мы живем, лето здесь очень жаркое, душное, и это будет кому-то всем приятно. Давай мы запишем это в плюс, это у нас 3 по 18, сколько 18 умножить на 3 будет? Сейчас умножим 3. Пока Степа думает, сколько будет 18 умножить на 3, это будет 54. А я думаю, что это 53.
Дальше. Дальше у нас идет, Степа, очень много одного и того же. Одного и того же. Смотри. Это все то же самое. Что это такое? Ребята, у нас очень много одного товара. Ну, давайте откроем, посмотрим одну коробку. Давайте, давай посчитаем. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас 10 коробок одного и того же товара. Степа, аккуратно открой, чтобы... Потому что мы не знаем, будем. Вот открывай, вот на, вот тут открывай. Достану. Она прям запакованная. Тут... Покажи, покажи всем, что это. Я уже догадываюсь, что это такое. Окей. Давай вытаскивай и показывай всем. Вот, Степа сейчас покажет. Смотрите, я вам покажу сейчас крупным планом, что это. Как, Степа, думаешь, что это такое? Степа, это ручка для в туалет, чтобы вешать туалетную бумагу на нее. Вот так прикручивается она. Там где-то должны, наверное, еще быть. Вот там есть эти, да? Подожди. Тут есть шурупчики. Это... Инструкция и шурупчики. Это ручка для туалетной бумаги. И стоит она $8. И у нас их 10 штук. Мы запишем это, конечно же, в плюс, потому что мы можем использовать их. И если нет, то мы... То мы будем дарить их просто, да? А в хозяйстве всегда пригодится, Степа. Это $80. Давай. И дальше. Дальше у нас идет... В этой распаковке очень много вещей одинаковых, друзья. Но, как говорится... Кот в мешке, он есть кот в мешке. Иногда кот в мешке хороший, а иногда кот в мешке, ну, может быть, не очень хороший. Но это вам решать, хороший у нас в этот раз кот в мешке или нет. Я сейчас открою и всем покажу. Давай посмотрим, сколько. Смотрите у нас, сколько. Это вставаем. У нас здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пакетов. Ну-ка, что это? Что-то опять связано с Рождеством. Мне кажется, что это какие-то... Ты показывай на камеру, чтобы зрители могли видеть, что это. Ну, ты двумя руками показывай. Вот. Что-то такое связано... Это наволочки для подушек, для Рождества. Написано «Merry Christmas», ребята. Вот. И вот тут есть тоже такой дуга. Тут «Merry Christmas» вот так написано. Они разные, видишь? Mm-hmm. Нет, подожди, разные? Тут есть... А, то есть у нас одна такая, другая и другая вот такая вот. То есть две разных наволочки. Вот я нашел точно такие. В наборе 4 штуки, они стоят $13 за 4. Ну, скажем, 12, да? А у нас их получается 2. То есть получается 2, 12 разделить на 4 по $3. Значит, получается 2 у нас будут стоить $6. И запишем мы их, Степ, в плюс или в минус? Ну... Может, плюс, но... У нас уже очень много было подушек, Степ. Угу. Очень много, то есть, этих наволочек. И давай мы, наверное, запишем их. Выкидывать мы это не будем. Потому что это можно использовать, правильно? Можем кому-то подарить. Итак, давай мы запишем это в плюс. То есть, 6 умножить на 8, у нас будет сколько? 48. Друзья, немножко... мы ошиблись здесь. Вот здесь оказалось не по 2 подушки, не по 2, а по 4 наволочки, а по 4. И поэтому мы, я записал как будто по 2, но сейчас мы запишем их. Я поговорил также с женой, она говорит, это эти штуки, их даже можно будет их продать перед Рождеством, их можно будет потом продать хорошо. 8 штук у нас, 8, они по 12,99, то есть по 13, это будет $104. И мы записываем их в плюс. Давай отложим сразу. Так, дальше, ребята. Дальше у нас идет какая-то игрушка. Смотрите. Вот такая вот. Сейчас... Ну, это какие-то для девочек, какие-то принцессы. Ты думаешь? Да, мы ее откроем, да? Сможем ее аккуратно открыть, чтобы не сломать. Вдруг она... Очень полезно. Я думаю, потом можно будет там подарить, но чтобы если порвешь, и уже будет не так.
могу ее достать. Ребят, вот такая вот игрушка. И честно, я не знаю для чего. Это, знаешь, что написано капкейк. Для десерта такого. Может быть, это сверху одевается для капкейка, для десерта. Или это просто как бы искусство такая, как называется, фейк. Не нашел, сколько это реально стоит, но я думаю, что это будет стоить в районе $10. Куда мы приплюсовываем? Плюс или минус? Можно сделать. Можем мы использовать ее? Можно. Не будем. Минус. Минус. Окей, мы идем. Степа говорит минус. Степа говорит, идет минус. Давайте это пойдет минус. Следующий. Следующий у нас такая вот коробочка. Да, я открою. Посмотрю, что. Вот такая вот коробочка. Сейчас я открою, и Степа ее откроет и посмотрит. Я думаю, достану. Аккуратно, подожди, я ножом, видишь, открываю. Да, открывай аккуратненько. Так, тут какие-то... Открывай и говори, что ты там видишь. Только аккуратно, вдруг разобьется. Тут сейчас я не так сильно хорошо вижу. Но... Мне кажется, что-то связано с игрушкой. Давай, открой, помочь. Давай, помогу. Давай, помогу. Что-то связано с какой-то игрушкой. Ну, я еще не сильно уверен, но... Какая-то игрушка. Это детские помады. Да, это детские помадки, детские всякие блески. Там детский, как бы тушь, мейкап. Давайте покажем. Вот смотрите. Это детские для девочек. Вот. Угу. Помадки здесь, всякие там или тени, или вот есть такая вот штучка. Вот так вот, видишь, делают, да? Вот так вот, да, они делают, девчата. Такие. Ну да. Вот. Но запишем это в плюс. Ребята, я нашел, это стоит $16. Давай положим это сюда. Вот. Это положи туда вниз. Стоит это $16, запишем в плюс. Дальше у нас вот такие коробочки, ребята. Смотрите. LED вот light. Вы, наверное, уже поняли, что это. LED grow light. И знаете что? Давай откроем, посмотрим, что это. Для елки ли это? Или это просто для красоты? О, ребята! Я думал, это для елки, но это не для елки, ребята. Это светодиодные панели такие. Сейчас я открою. И, кстати, это очень хорошая штука, Степ. Мы можем реально использовать. Вот ну, смотрите. Да, вот такие вот. Ну даже есть. Вот пульт. Видите, всякие светодиодные. Тут есть пульт, на сколько часов таймер, на 4, на 8, на 12, меняются разные цвета. Ну-ка, подержи, пожалуйста, я посмотрю. Давай посмотрим, куда используется. А, вот, используются они можно везде, как подсветка. А, подсветка в шкафах, там, может быть, за телевизором, знаете, красиво. Кстати, мы можем здесь за телевизор повесить, будет очень красиво. Также она здесь как вешается, на... Или за кровать. На липкую ленту или на за шурупчики. Или за кровать можно вешать. Вот, смотрите. А, тут все понял. Тут есть такая липкая лента, она с двух сторон липкая лента и клеится, и очень красиво смотрится. Окей, стоит это. Степа, это не дешево стоит. Это стоит $24, ребята. И это обязательно пойдет у нас в плюс, потому что это мы можем реально использовать. Мы также можем одну повесить в твою комнату возле кровати и одну вот сюда. $24. И получается $48. Вот такая есть липкая лента. Да. И вот у нас последняя коробочка, ребята. Смотрите. Мы сейчас откроем, посмотрим, что здесь. Степ, как... Степ, это что-то для животных. Прочитай, что здесь написано. Pet drinking fountain. Pet drinking fountain. То есть это... Фонтан для питья. О, там для кошек и собак. Да, можно использовать для кошек и собак. Давай, это откроем. Можно собирать. Вот такой фонтанчик. Он запечатанный, никогда не был использованный. Вот, ребят, вот такой.
вот как он выглядит на коробочке. Я сейчас попытаюсь его найти, сколько он стоит, и показать вам крупным планом, как он выглядит на самом деле. Вот я его нашел, вот он, Степа, он точно такой же. Стоит он $28, и мы его обязательно запишем в плюс, потому что этот фонтан мы можем использовать с нашими кошками. Кстати, стоил он $35, сейчас он на продаже за $28, и на него 55 тысяч разных reviews, как говорится, то, что люди покупали, и они свои ставят мнения насчет этого продукта, и написано номер один бестселлер. $28, обязательно ставим мы его в плюс. Ребята, мы сейчас посчитаем с вами, сколько мы сэкономили, если бы мы это купили. Это очень хорошая была распаковка. Тебе понравилась распаковка? Да. Скажи зрителям, понравилось? Очень сильно. Ему очень понравилось. Было немного вещей, как вы видели, но много одинаковых, но не было хлама. Если помню, в предыдущих много посылок было хлам, который действительно не нужен. Здесь были вещи такие вот нужные. И многие говорят, что эти вещи сюда складывают со столов, которые не продаются. Ребята, это не так. Эти вещи никогда в магазин на стол не попадают. Эти вещи идут непосредственно с Амазона. Они запакованы пленкой с Амазона. Пленкой вот тейп, или как еще называемый, скотч, липкая лента. И эти вещи вот в этот раз все новые были. Не было такого, что-то открыто, использовано и вернулось. Видно, заказал кто-то, может быть, не дошло. Назад вернулось, или остатки остались в магазине, в Амазоне. Они решили это просто вот продать по дешевке. Сейчас мы посчитаем и скажем, сколько мы сэкономили. Оставайтесь с нами. Друзья, подсчитал я итог. Всех этих вещей, если бы мы купили, которые мы приписали в колонку «плюс», мы бы потратили $416. И вычитаем $35, что мы заплатили за эту коробку, и у нас получается $380. Мы заплатили $35 за товаров, которые стоят $416. То есть мы сэкономили $381. Ребята, была очень красивая, полезная и добротная распаковка. Мне понравилось. Степе, тебе понравилось? Да. Степе тоже понравилось. Мы благодарим, что вы были с нами, смотрели. Пожалуйста, ставьте лайки. Кому нравится, кому не нравится. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Ребята, много пишут плохие комментарии. Вам что-то тут не нравится, что-то там не нравится. Знаете что? Это нелегкое дело снимать контент. И тем более сейчас мы не получаем никаких денег за эти показы. Мы просто делаем, потому что нам интересно делать. Особенно в это тяжелое время, все, что происходит в мире, мы хотим как-то принести какой-то позитив, чтобы меньше было горечи, понимаете? Мы хотим, чтобы вам нравилось. Сразу говорю, за это видео мы не получаем никакие деньги. Просто мы вкладываем деньги, мы покупаем эти товары, и мы показываем, чтобы вам было интересно. Если у вас какие-то есть негативные комментарии, просьба, оставляйте их в себе. Это не такой легкий труд писать видео, потом обрабатывать. У нас не так много свободного времени. Мы хотим это делать, чтобы вам было как-то немножко веселее. Спасибо большое еще раз. Было приятно с вами находиться. Еще раз подписывайтесь, пожалуйста, помогите, ставьте лайки. И нажимайте на колокольчик. И, ребята, давайте до следующего видео. Надеюсь, что в следующий раз мы найдем еще намного интереснее и полезнее вещей. Спасибо. Всем пока. Пока. До следующего раза. И что? Как американцы говорят, have a good day. Bye-bye. God bless you.